Привет, меня зовут Вячеслав Лещук, я автор-разработчик Mixposter в программах автопостинга в социальных сетях. Я покажу, как за 3 минуты найти интересный контент и публиковать у себя на стене. Первым делом мы должны убедиться, что у нас управляемая страница. Для этого поле «Куда» мы должны видеть нашу группу. Если ее нет, создаем или добавляем права редактора или администратора. После этого выбираем. Следующее, указываем ссылки, откуда мы хотим брать посты. Чтобы быстрее это сделать, импортируем их из нашего профиля. Нажимаем правой кнопкой «Импорт» и два раза нажимаем «Наша группа». Окей. Далее настраиваем глубину поиска постов, то есть количество постов, которые будут загружены с каждой ссылки, указано поле «Откуда». 0 означает, что мы будем брать самые последние публикации, добавленные в эти группы. Нажимаем «Начать загрузку», ждем. В окне выбора постов добавим фильтр и найдем релевантный нам контент. После этого отметим посты, которые нам необходимо скопировать, поле выбора. И следующее переключимся на вид выбранных записей. Для этого в списке фильтра нажимаем «Выбранные записи». Далее можем поменять порядок публикации. Для этого нажимаем «Пост» и тянем его в нужном нам направлении. Также можем поменять пост. Для этого в ячейке «Текст» нажимаем два раза и меняем содержимое. Можем добавить опрос, добавить ссылку, изменить текст. После этого сохраняем. Также пост можно увидеть в большом предпросмотре. Для этого нужно нажать картинку два раза. И каждый файл можно также поменять описание здесь. И такое же изменение в тексте. Если нам нужно скачать пост, нажимаем «Скачать пост», и будет загружен полностью оригинал поста в папку компьютера. Готовые посты нам осталось отправить в отложенный список группы. Для этого нам нужно включить режим офлайн, установить интервал между публикациями и изменить график публикации. После этого нажимаем «Старт». Дожидаемся завершения. Все, работа выполнена. Давайте перейдем на страницу, обновим ее. Как видим, у нас в отложенных два поста. Мы потратили всего не более 3 минут и добавили контент в нашу группу. Переходите на сайт mixposter.com и скачайте бесплатную версию программы для вашей социальной сети.